Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня первый день весны. Я вас всех поздравляю. Желаю вам молодости, красоты, цветения в душе, вокруг вас, в жизни. Пусть у вас всегда будет радость, счастье, любовь, процветание, здоровье, улыбки, верные друзья. Хочется сказать, да будет так, и так будет. Сегодня ритуал на красоту. Красота нам нужна всегда, это наше оружие для женщин, иногда очень даже выручает наша красота, потому что красоту мы создаем каждый день, мы можем создать свое тело, или подкорректировать, или подкрасить губки, или подкрасить глазки, или волосы, то есть все это имеет значение в нашей жизни, потому что мы создаем свою красоту. Даже очень многие из вас люди творческие, мужчины, женщины, не имеет значения, кто меня смотрит. Мужчинам тоже нужна красота, обаятельные мужчины, привлекательные и хорошо одетые, хорошо пахнущие, и мужчины, и женщины, и девушки, и все. В нашей жизни всегда приятно общаться с такими людьми, правильно? Вы помните об этом? Красота спасет мир. Есть такое выражение. Я сегодня хочу сделать ритуал на красоту, потому что вы мне жалуетесь, что кто-то забрал вашу красоту, вашу фигуру, переложили на вас какие-то проблемы, болезни, фигура и лицо портится. И вес уже не тот, который был в молодости. Поэтому сегодня ритуал на красоту и мужчинам, и женщинам всем. Очень часто наша красота зависит от нашего окружения, о том, что, о чем мы думаем, с кем мы общаемся, что мы пьем, что мы курим, что мы употребляем в еду, в питье. Даже наши мысли имеют значение. Потому что очень часто нападают какие-то депрессивные состояния, какие-то душевные раны нас терзают, это все сказывается на красоте. Очень часто влияние есть негативное на вас и сказывается это тоже на красоте и на нашей жизни, на нашем самочувствии. Я всегда помогаю у себя на канале, в моих ритуалах, я всегда вам помогаю, все остальное вы делаете сами. Я всегда говорю, нужна физкультура, умеренное питание, аккуратно с лекарствами, если вы принимаете лекарства, аккуратно. Но у меня магический эзотерический канал, поэтому я всегда снимаю у себя на канале, в ритуалах, разные магические негативные воздействия. Сейчас я буду снимать порчу на красоту тела, на красоту лица, на красоту вашей жизни, условия вашей жизни, которые вас окружают, в чем вы живете, с чем вы сталкиваетесь. Очень часто меняются условия нашей жизни, как будто бы было все хорошо, а потом куда-то это все исчезло, потому что это перетянули. Сейчас идет такой текст, потому что я снимаю свои ритуалы в энергоинформационном потоке. Высшие силы вам дают помощь через меня. Сейчас я чищу вашу красоту, ваше окружение, то, что вас окружает, и ваши квартиры, и дома, и жилища, и офисы. У меня есть на канале отдельный такой ритуал, специальный. Смотрите, пожалуйста, сейчас красота лица. Красота мыслей создает вашу жизнь. Очень часто творческие люди, которые думают красиво и приятно, и о хорошем, о приятном, им омрачают жизнь. Негативные люди, негативные воздействия. Я не знаю, как будет работать на вас этот ритуал, но я хочу вам просто помочь улучшить красоту лица. Мысли в голове негативные пусть уходят, сгорают. Негативные воздействия, которые принесли вам
слезы кому-то, огорчения, депрессии пусть уходят, сгорают. Привязки негативные, через которые ваши мысли и ваши силы жизненные куда-то уходят, сгорают, сжигаем, я хочу это все сжечь. Порчу на красоту сжигаем сейчас. Порчу на красоту тела, лица, кожи, волос. Состояние ваше, здоровье. Улучшение вашей жизни. То есть я сжигаю негатив. Потому что очень часто есть люди, которые хотят испортить вашу жизнь, что-то перетянуть у вас, забрать. Даже если вам не, как бы нечему завидовать, все равно вам завидуют. Даже те, у которых все есть, они все равно вам завидуют. Но есть такие завистливые люди. Поэтому зависть — это тоже порча. Окружайте себя яркими цветами, даже одежду носите светлую, яркую, не вызывающую. Можно иногда и вызывающую, и кричащую, яркие цвета, расцветки какие-то. Это усиливает приятное ощущение в голове у вас, мысли начинаются, потому что есть разные приятные, хорошие, яркие цвета, жизненные, яркие, красный, оранжевый, салатовый, малиновый, желтый, коралловый, разные оттенки, которые, даже голубой чистый, яркий есть, который усиливает вашу, в голове усиливается циркуляция энергетики от того, что вы смотрите на яркие, красивые вещи, яркие, красивые оттенки и цвета. Поэтому помогайте себе. Покупайте себе красивые вещи. Пусть это недорогие вещи, каждый смотрит по своим, конечно, деньгам, кто-то яркие. Ну, яркие вещи это можно купить на разную, по разной стоимости. Даже цветную бумагу можете разложить у себя в комнате и смотреть на цветную яркую бумагу. Тоже будет хорошо. Приятные мысли. У вас должны быть в голове приятные, хорошие мысли. Сжигаем порчу на красоту, в том числе с глаз, зависть, порчу на красоту. Когда вам говорят, вы некрасивые, а вы это все слушаете, принимаете близко к сердцу, и у вас зависают в голове эти мысли, кто-то вам что-то сказал, не верьте, пожалуйста. Но без фанатизма создавайте свою красоту аккуратно.
Украшайте свою жизнь по возможности яркими цветами. Даже если это пастельные или нежные какие-то оттенки, это тоже приятно радует глаз. А кто-то, у кого-то в голове сидит мысль, что вот вы некрасивые, и вы постоянно себя добиваете этим. Вот я некрасивая, у меня то некрасивое, это некрасивое. Нужно себе нравиться, но без фанатизма. Есть какие-то правила, нормы, какие-то этикета и в одежде, мода, направление моды, течение моды немножко меняются каждый раз. Но всегда можно выбрать какую-то красивую одежду для себя. Или любимые у вас есть вещи, чтобы вам было в них приятно. Потому что вы должны себе нравиться. Потому что когда люди специально делают так, чтобы вам притупить ваше восприятие красоты или убить в вас вот это состояние красоты, когда вам комфортно и вы чувствуете себя красивой. Всегда есть недоброжелатели, которые хотят вам навредить, поэтому не обращайте на них внимания. Вы должны быть уверены в себе. И у вас все получится. Я сейчас сжигаю порчу на красоту. У кого-то может быть ощущение, как будто бы какой-то темный серый плащ с вас падает, спадает пелена с волос, как будто бы что-то сходит, как будто бы одежда, какой-то грязный черный серый плащ падает. Как будто бы вы одеты были в чем-то тяжелом, сером, и это все уходит сейчас, и эта одежда с вас спадает куда-то. Может быть такое ощущение, и ваше тело чистое.
Вокруг вас все светлое и чистое. Может быть такое ощущение. И голова легче сейчас, да? Может быть ощущение чистоты. Кто еще не чувствует в эту минуту, вы немножко попозже это все почувствуете. К концу ритуала, поэтому я всегда говорю, в начале ритуала одна энергетика. К концу ритуала смотрите до конца все мои ритуалы, потому что энергетика меняется. Как будто бы с лица пленка сходит, грязная такая. Лицо становится светлее, чище. Гладкое, красивое лицо, свежее. Румянец у кого-то появляется. Свежее, чистое лицо. Легче дышится даже, да? Серые круги под глазами у кого-то, отеки уходят, проходит все это постепенно, потому что все мои ритуалы нужно смотреть в комплексе по нескольку раз. Вы уже знаете много, я вам рассказываю постоянно что-то интересное. Я вам только помогаю, высшие силы вам помогают через меня. Я помогаю пострадавшим от негатива, от магии. Когда вам вредят много лет, по-разному вредят, я помогаю пострадавшим.
У кого-то внешность зависит от желудочно-кишечного тракта. У нас у всех зависит от желудочно-кишечного тракта. Все, что мы едим, потом у нас все это на лице. Поэтому аккуратно с едой. Обращайте внимание, что вы кушаете. Что вы кушаете, что вы пьете. Как самочувствие? Полегчало, да? Сейчас я немножко вам добавлю еще. Немножко еще как бы. Так, ну хорошо, тяжесть уже ушла. Порча на красоту ушла, сгорела. Я работаю энергиями, своей психической энергией я работаю для того, чтобы каждый ритуал состоялся. Я провожу его благодаря моей психической энергии. Это не гипноз, друзья. Я практик. Высшие силы готовили меня много лет. Я практик, эзотерик, медиум, биоэнергет и так далее. И много еще интересного я умею. Так, сейчас нормально, да, я чувствую? Сейчас немножко я вам добавила. Голова просветлела, дыхание легче, хочется дышать полной грудью, сделать глубокий вдох, кто не мог свободно, легко дышать, кому было тяжело, сейчас полегчало, легче. Плечи расправляются, лицо светлее, да? Кто-то даже в моих ритуалах есть такой эффект, когда к концу ритуала ваше лицо уходит отеки, хотя бы немножко, живот становится меньше, как будто бы лицо становится худее и немножко светлее, поэтому обращайте на это внимание, да, это все работает, потому что в моих ритуалах работает энергия, я руковожу моими ритуалами, поэтому весь эффект вы получаете благодаря моей психической энергетике, энергии. Я благодарю вас всех за все. Опишите мне смс на Viber и на WhatsApp, если вам нужна моя консультация или вам нужна моя помощь. Благодарю вас всех за все. Все ваши комментарии я читаю. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья!